Прохладное лето любителей спорта не пугает. Для футбола плюс 13 – идеальная температура. В Химках провели турнир среди игроков-любителей. За победу на летнем кубке городского округа на поле сражаются две команды – «Корвус» и «Родина». Команда «Родина» представляет команду «Энергомаш». То есть представители «Энергомаш» там играют. А команда «Футбольный клуб «Корвус» представляет школу. То есть школьники там 16-17 лет. Много эмоций. Вот, допустим, у команды «Корвус» приходит постоянно большая группа поддержки, кричалки и так далее. Каждый забитый мяч приводит на уста улыбки и радость. В командах по 8 игроков с 2019 года такой формат признали официальным, так же, как и варианты с 6 и 7 футболистами на поле. Сегодняшний матч проходной в рамках плей-офф. Финальная борьба за победу состоится здесь же, на поле стадиона «Новые Химки» в конце августа. Дата сейчас уточняется. Команды, которые займут первые 3 места, получат не только кубки и медали, но и право выступать в высшей химкинской футбольной лиге.